Так, всем привет! И это весенние покатушки наши. В уебанскую погоду просто. Какой-то холоднющий просто ветер. Едем, короче, четвером. И едем хрен знает куда. Короче, идет дождь, температура около ноля. Сильный холодный ветер. И мы индурим. Трассы поди хватит, нет? Меня всего продуло нахрен. Надо было пуховик тоже одевать. Вот это красиво! Сочные кадры! Но подъем-то хороший под самый верх-то. Хорошо было. Че, вышку-то надо поставить, наверное. Когда-то я сюда поднимался. Тадыщ, вышка. И наши моты. Ирбис, Кавасаки, Рейсер. И Ирбис с новым движком. Хорошо-то как. Холодно, но классно. Аж пар идет, сколько ж температура-то, интересно. Да он видно, туман отпускается прям как-то. Но вот такой ракурс с другой стороны на Солонечной. Не, хорошо, для разминочки нормально. Так, лайковенько. Вот здесь где-нибудь? Там брод и грязь, наверное, да? Офигенно, конечно, но мокро и холодно. Ветрище боковой аж сносит. А, там дорога даже есть. Мокрые все насквозь же. Я не пойму, только снутри или снаружи, но я мокрый. Пиздец, погодка для покатуха нахер. Очки запотевают, дождем закидывает, без очков продувает, в глаза заливает. Короче, нам надо подняться в гору, вон туда вверх. И как это сделать, непонятно. Thank you.
пиздец. Цепочка на Кавасаки. Она должна порваться была. Так навалить, конечно. Плоскогубцы же есть? Нету. Нету? Нету. Да она спала у тебя, одень ее. Че, еще попинай его. Вот так. Но я держу, и ты на цепи. Все, и крути. Ну что, приключения? Че? Короче, починили мы цепь. Едем теперь потихоньку, потому что замка нормального нет. Короче, сделали там все на соплях, лишь бы доехать.